Подобная ярмарка, которая посвящена экономике замкнутого цикла, проводилась в Эстонии впервые. Но, как сказал один из участников, такой тип хозяйствования вполне подходит Эстонии, где испокон веков на хуторе ничего зря не пропадало, все шло в дело, позволяя выжить в нашем непростом климате и сохранить природу. Так что нам подходит концепция для максимального использования ресурсов, исключения отходов и защиты экологии. Да и Таллин в качестве места проведения был выбран абсолютно закономерно, учитывая, что город носит титул «Зеленой столицы Европы 2023. Пришедшие на ярмарку могли ознакомиться с предприятиями, которые внедрили принцип вышеупомянутой экономики в свое производство. И поверьте, посмотреть на ярмарке действительно было на что. Мы используем для нашей продукции отходы текстильной и мебельной промышленности. Материалы для сумок и рюкзаков ткут традиционным способом на ткацких станках из текстильных излишков, а кожаные изделия или детали тканых сумок поступают из мебельной промышленности, то есть из образующихся там отходов. Многие крупные предприятия меняют свою технику каждые 3-4 года, избавляясь от старой. И мало кто знает, что происходит с этой аппаратурой дальше. Мы нашли решение таким образом, что мы приобретаем ее у наших партнеров, ищем семьи и людей, которые за символическую ежемесячную плату получают, например, хороший работающий ноутбук или другую технику. За всю свою жизнь я видел огромное разнообразие различных мусорных контейнеров, которые предназначены для того или иного мусора. Но скажу откровенно, на этой выставке, ярмарке я впервые увидел мусорный контейнер, который, во-первых, оснащен солнечной батареей, во-вторых, он тебя благодарит, когда ты вкладываешь в него мусор. Этот мусорный контейнер работает от солнечной энергии. Он автономный. Его особенностью является то, что он сам спрессовывает мусор внутри себя. Таким образом, он может вместить в 3-4 раза больше отходов, чем обычный мусорный контейнер такого же размера. И да, когда вы в него выбрасываете отходы, он говорит вам «спасибо». Таллин как столица лидирует у нас традиционно. На самом деле, если вспомнить раздельный сбор мусора, того же биомусора, уже организован здесь более 15 лет назад. Это показывает свои результаты. У нас сегодня Таллин тоже, как вы видите, и чистый, и люди более экологично осведомлены о том, что такое ресурсы, что такое экономика замкнутого цикла. Сортировка мусора, начиная с июля нынешнего года, является обязательной для всех. Практика показывает, что все больше людей начинают понимать важность экономики замкнутого цикла, причем самое приятное то, что они осознают, что именно каждый человек может сделать вклад в улучшение окружающей среды, а не только чиновники или крупные компании. Сергей Овченков, кадры Авик Йонас, Киммель, Петер Юльвайн, новости Таллина.